Хотя я и не понимаю, мне не дается иврит, я, безусловно, люблю и принимаю себя. Хотя мне и не дается иврит, я, безусловно, люблю и принимаю себя. Мне не дается иврит, 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 мне не дается иврит. 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 Но я выбираю легко и свободно говорить на иврите. Я легко и свободно говорю 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 на иврите. Так и есть. Так и есть. Так и есть. Так и есть. В предыдущем объяснительном видео я, по-моему, показала вот сюда, что нужно бить, начинать. Но я перепутала. Вот сюда вот правильно бить, постукивать сначала. То есть на вот эту сторону ладони. И непременно заметьте от 1 до 10, какое состояние, когда вы начинаете постукивать и когда вы закончили. Произошел ли сдвиг? Прекрасной практики!